Для того, чтобы изменить прозрачность видео, нам нужно выбрать видеофрагмент, который нам нужен. Открыть рабочую область двойным щелчком левой клавишей мыши. Затем выбрать позицию изменения ключ цветности, предпоследняя позиция изменения наложения видео. Выбрать его левой клавишей мыши. Затем нам нужно сделать масштаб, который нам нужен на весь экран, либо меньше, как вам нравится. И под видео вы увидите прозрачность видео. Наведите курсор на бегуночек, зажмите левую клавишу мыши. И можете видеть в окне проигрывателя, как у нас увеличивается прозрачность. После того, как вы сделали нужную вам прозрачность, просто закройте рабочую область.